такое Камчатская гора? Слышали ли вы о ней когда-нибудь? Наверняка нет. А ведь если я скажу, как она называется сейчас, то вы сразу закричите: конечно же, мы знаем о ней. Но сначала обратимся к великому исследователю Камчатки Степану Петровичу Крашенинникову. Я беру в руки первый том репринтного издания его труда «Описание земли Камчатки». Это издание вышло в свет в 94 году века минувшего в издательстве «Наука» при поддержке издательства «Камшат». Открываю и читаю. Камчатская гора не только вышеписанных перед этим Крашенинников пишет о других камчатских вулканах. Итак, Камчатская гора не только вышеписанных, но и всех, сколько там ни есть гор выше. Она до двух частей вышины своей состоит из гор, таким же образом расположенных, как выше сего об Абачинской сопке объявлено. Шатер или верхняя часть составляет целую треть высоты ее, а окружность ее на подножье более 300 верст. Шатер ее весьма крут и со всех сторон расщелялся вдоль до самого тощего нутра ее. Самой верх ее от часу становится площе, без сумнения, для того, чтобы во время пожара жерло по краям осыпается. О чрезмерной вышине ее потому одному рассудить можно, что в ясную погоду видна она бывает из верхнего Камчатского острога, который оттуда верст более 300 расстоянием, а других гор, которые к помянутому острогу гораздо ближе, как, например, Толбачинская, не можно видеть. Привет! Это «Камчатка» с Александром Петровым, и сегодня речь пойдет о вулкане, который Крашенинников называет Камчатскою горою. Итак, мы продолжаем читать книгу Степана Петровича Крашенинникова «Описание земли Камчатки». «Перед ненастьем часто примечаются в круге шатра ее облака в три ряда, но верх ее последнего пояса столь выше, что оное расстояние можно почесть за четверть вышины его. Дым изверху ее весьма густой идет беспрестанно, но огнем горит она в 7, в 8 и в 10 лет, а когда гореть начала, того не запомнят. Пепел выметывается из ней по объявлению жителей на каждый год по 2 и по 3 раза, и иногда в таком множестве, что верст на 300 во все стороны, земля им на вершок покрывается. Огнем горит она от большей части по неделе и меньше, но иногда и года по 3 к ряду. Как то между 1727 и 1731 годами происходило, ибо тогда, как сказывают, находящееся из нее пламя было видимо, однако во все то же время не имели жители такого страху и опасности, как от последнего ия возгорания, которое в 1737 году случилось. Сей ужасный пожар начался сентября 25 числа и продолжался с неделю с такой свирепостью, что жители, которые близ горы на рыбном промысле были, ежечасно к смерти готовились, ожидая кончины. Вся гора казалась раскаленным камнем. Пламя, которое внутри ее сквозь расщелины было видимо, устремлялось иногда вниз, как огненные реки с ужасным шумом. В горе слышен был гром, треск, и будто сильными мехами раздувание, от которого все ближние места дрожали. Особливый страх был жителям в ночное время, ибо в темноте все слышнее и виднее было. Конец пожара был обыкновенный,
то есть извержение множества пеплу, из которого, однако ж, немного на землю пало для того, что всю тучу унесло в море. Выметывает же из нее ноздреватые камни и слитки разных материй в стекло притворившихся, которые великими кусками по текущему из подней ручью находятся. После того, в 23-м числе октября пополудни в 7-м часу было в Нижнем Камчатском остроге такое сильное землетрясение, что многие камчатские жилища попадали, печи в казачьих избах рассыпались, у церкви колокола звонили и самую тамошнюю новую церковь, которая построена из толстого лиственничного лесу, так расшатала, что бревна из дверных колод и из пазов совсем вон вышли. А продолжалось оно с перемешкою до самой весны 1738 года, однако гораздо легче прежнего. Наводнение около тамошних мест не примечено. Господин Стеллер пишет, что сказано ему, будто трясения земли около горящих гор бывают сильнее, нежели около других, которые или выгорели, или еще не загорелись. Это Степан Крашенинников, описание земли Камчатки. Сегодня 6-й день моего видеомарафона «Влоги каждый день» недельного марафона. То есть 7 дней подряд я записываю свой видеодневничок для того, чтобы каким-то образом дисциплинировать себя. Это предпоследний выпуск видеодневничка. И опять из-за лени и прокрастинации я записываю его дома, сидячи на уютной теплой кухне, в то время как на улице достаточно пасмурно. Итак, что же такое Камчатская гора? Камчатская гора – это самый высокий в Евразии Ключевской вулкан, действующий вулкан. А теперь я беру в руки первый том двухтомника «Действующие вулканы Камчатки». Это точно. Это будет цитата из Данилы Гауза, который в 1788 году первым поднялся на вершину Ключевского вулкана и описал его извержение. А он сделал все, что мог. Кратер выбрасывает беспрестанно огонь и пламя. Днем пламя незаметно, но ночью видно ясно со всех сторон. Пламя поднимается попеременно маленькое и большое. Когда оно не поднимается вовсе, то кратер выбрасывает беспрерывно искры огня, которые гаснут в воздухе. Он выделяет густые белые пары, которые иногда принимают форму шара или обруча. Достигнув, наконец, вершины горы, я увидел весь кратер, который имел почти треугольную форму протяжением в одну версту. Середина кратера была заполнена лавой в виде корки. Она образует возвышенность над краем кратера. На боках этой лавовой горы видно, кроме главного кратера, несколько значительных отверстий, откуда выходят пары и огонь. В самой горе слышен также страшный шум, как будто она дрожит под ногами. Вредные пары испускали сильной сернистой запах. Так об извержении Ключевского вулкана писал Данила Гаус. Почему я вдруг захотел рассказать о Камчатской горе, о Ключевском вулкане? Потому что вот-вот исполнится 75 лет с того самого дня, когда в честь победы над Японией камчатские альпинисты совершили восхождение на вершину этого вулкана, этого самого крупного в Евразии действующего вулкана.
И теперь я обращусь к газетным публикациям победного года. Я беру в руки книгу «Камчатка, 1941-1945 год. Военные годы в газетной строке». Эту книгу, кстати, мы составили и подготовили к печати вместе с женой. Она вышла в свет и в порядке рекламы. Вы же помните старый анекдот «Умерла Сара, продам москвич». И в порядке рекламы скажу, что у меня еще есть несколько десятков экземпляров. Те, кто хотят купить эту книгу, могут написать мне на адрес электрической почты, которая находится в описании канала. А мы читаем газеты. Первая публикация имела место в главной газете полуострова в Камчатской правде. Она называется «Восхождение на Ключевской вулкан». Ключевская сопка является самым высоким из всех действующих на территории СССР вулканов. Высота 4775 метров, пишет Камчатская правда. Северные склоны покрыты мощным пластом ледника. Подъем на вулкан связан с большими трудностями. Вершина, за редкими исключениями, всегда прячется в облаках, до предела насыщенных влагой. Подходы к сопке также трудны из-за многочисленных пропастей, лавовых барьеров, а также глубоких трещин в леднике, пересекающих путь. Тем не менее, подъем на этот вулкан совершался неоднократно. Имеются данные о том, что еще до 1930 года было дважды совершено восхождение на вершину вулкана. В 1934 году на вулкан поднималась группа камчатских пограничников, а также альпинист Коптелов с одним из научных работников вулканологической станции. 22 августа сего года поднялись на вершину вулкана начальник вулканологической станции товарищ Пип, агроном товарищ Ген, товарищ Кречет. Группу возглавлял председатель областного комитета по делам физкультуры и спорта товарищ Малахов. Как сообщают участники восхождения, подъем ими совершен в честь победы Красной Армии над Японией. И вторая публикация – это заметка, опубликованная 20 сентября 1945 года в Мильковской районной газете «Камчатский колхозник». Заметка тоже называется очень просто «Восхождение на вулкан». Я держу в руках ксерокопию этой заметки. В августе этого года было сделано восхождение к кратеру Ключевской сопки с участием начальника вулканологической станции Академии наук СССР товарища Пип. Его сопровождали опытные альпинисты, председатель областного комитета физкультуры и спорта товарищ Малахов и инженер Ключевского лесокомбината товарищ Ген. Основной целью экспедиции, пишет газета «Камчатский колхозник», было ознакомление с изменениями кратера вулкана, происшедшими во время большого извержения зимой 44-45 годов. Были сделаны фотоснимки, взятые образцы лавы и вулканических бомб, нагромоздившихся по всей внешней окружности кратера. Начиная с 1788 года и до сегодняшнего дня на вершину Ключевской сопки было сделано 10 восхождений, в которых принимали участие 36 человек. На днях в Мильковском районном клубе, пишет газета «Камчатский колхозник», товарищ Малахов сделал увлекательный доклад о своем восхождении на вулкан, который был с большим интересом прослушан трудящимися райцентра. Вот так. Сегодня вы узнали немного о Камчатской горе, то есть о Ключевском вулкане. Это был 6-й, предпоследний выпуск моего ежедневного, недельного видеомарафона «Влоги каждый день». Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать от меня что-то новое о Камчатке. Ежели вы абрамы родства не помнящие, ставьте дизлайки
и не приходите сюда дальше. Пожалуйста, пишите внизу под роликом свои комментарии. Я хочу знать, что вы думаете, глядя мой видеодневничок. А ежели вы на моем канале в первый раз, ежели вам не стало скучно и хочется вновь и вновь возвращаться сюда, отбросив все дела, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой, вы не будете пропускать новые видео на канале. Вот эта подсказка, делайте то, что она вам рекомендует. Сделали? Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой, и в ней появились волшебные, сакральные два слова. Вы подписаны. Колокольчик вы тоже нажали. Ай, молодцы, замечательно. Аплодирую вам. До свидания.